Яркая горка, песочница и качели. Так сейчас выглядит обновленная детская площадка в одном из дворов деревни Брехово. Ее установили на месте старой. Инициативные жители обратились к главе городского округа с просьбой благоустроить территорию. Николай Николаевич нас услышал, Батышев. Вот, показали ему то-то-то. Какие-то моменты были исправлены буквально через пару недель. Опять же, спортплощадка, то же самое. Отремонтировали где-то сетку, где-то поменяли детям на ворота сетки. Вот. Поменяли кольца баскетбольные, покрасили опять же трибуну, лавочки. В микрорайонах Химок продолжают комплексное благоустройство дворов. Помимо детских, обновили спортивные площадки и положили новый асфальт. В 2024 году были выбраны объекты по предложениям жителей, по объектам, которые пользуются наибольшей популярностью, и были модернизированы игровые площадки, заменен асфальт во дворах. Обсудить подобные вопросы проще всего в формате выездной администрации. Для этого даже не нужно покидать свой район. Профильные специалисты сами приезжают к жителям и на месте обсуждают вопросы. На этой неделе такую встречу провели в школе Лига Первых на улице Горшина, 5А. Обращение составили почти 100 химчан. Это, конечно, удобно, потому что пришлось бы это ходить по разным местам в городе, а так получается все здесь, и можно подойти по разным вопросам просто в одном помещении и обратиться к людям. Такие встречи проходят еженедельно по четвергам и длятся 4 часа. За это время многие жители успевают обратиться к нескольким профильным специалистам. Сегодня были достаточно, может, нестандартные вопросы, как обычно. Значит, сегодня жители попросили организовать или изменить, я бы так сказал, место выгрузки и погрузки автомобилей в продуктовый магазин, потому что автомобиль при разгрузке перегораживает дорогу, людям приходится выходить на проезжую часть. Вот. Также попросили переделать лестницы асфальтовые, делали на улице Кудрявцева 2 штуки. Наталью Белову с соседями беспокоит дорожный вопрос. Недавно она, как многодетная мать, получила землю в поселке Дивная 3. И пока они с супругом строили дом, обнаружили, что асфальтированные дороги к поселку не проложено. С просьбой помочь в этом вопросе Беловы обратились к специалистам на выездной администрации. Тут же получили ответ. Николай Николаевич нам посмотрел наши карты, посмотрел, где у нас постройки. Мы договорились с ним о выездной встрече, о том, что он приедет к нам на поле, что он посмотрит, где у нас какие постройки стоят и в дальнейшем, где какие дороги будут нам делаться. Насколько пообещал, сказал, что в этом году хотя бы начало дорог, но нам будет положено. С начала этого года в городском округе провели уже 41 выездную администрацию, а число обращений жителей в рамках такого формата насчитывает свыше 2000. Очередная встреча жителей и власти состоится 17 октября в здании лицея номер 10. Сервер Бекмамбетов, Андрей Панченко, Руслан Сафин, Вильфред Демковский. Новости Химки ТВ.